Как сияли самарские искорки в масштабном проекте «Национальное достояние России». Съемки даже были на Мосфильме. Это было настолько неподражаемо, настолько интересно, что у детей, наверное, впечатления останутся на всю оставшуюся жизнь. Какие возможности открываются перед юными артистами благодаря работе со звездами отечественной эстрады? Мы равняемся, мы смотрим, мы учимся. И каждый ребенок для себя уже выбирает свой путь. То есть кто-то действительно хочет стать там большим артистом, кто-то становится педагогом. Для кого-то это просто хобби. Легко ли стать солистом детского театра? И не грозит ли молодым талантам звездная болезнь? Мы очень успешно боремся со звездной болезнью. Все-таки боретесь. Бывает, конечно. О буднях и праздниках творческого коллектива рассказывает руководитель детского музыкально-хореографического театра «Искорки» Елена Черноталова. Смотрите программу «Город С» 29 июля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».